По традиции, церемония вручения дипломов выпускникам программ MBA Высшей школы бизнеса КФУ состоялась в Императорском зале университета. На ней собрались 25 дипломантов и множество почетных гостей. Мероприятие началось с торжественного выхода выпускников в мантиях и конфедератках под студенческий гимн «Гаудиамус». MBA или магистр делового администрирования – это квалификационная степень магистров в менеджменте. Программа MBA в Казанском федеральном университете имеет международную аккредитацию AMBA. Общее количество выпускников с начала ее действия составляет 1285 человек. Этот выпуск стал 28-м. Официальная часть открылась приветственным словом первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Здесь выступали нобелевские лауреаты, руководители многих стран. И сегодня не менее значимый день в жизни нашего университета, в жизни Высшей школы бизнеса, поскольку сегодня мы вручаем дипломы об окончании программы по мастеру делового администрирования выпускникам 2024 года. Главное событие торжественной церемонии – долгожданное вручение дипломов. Оно прошло под руководством первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского и генерального директора АО «Связь Инвест Нефтехим», председателя Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса КФУ, председателя итоговой аттестационной комиссии по программе MBA Валерия Сорокина. Каждый из выпускников получил заветный диплом и нагрудный значок. По завершении этой части с поздравительной речью выступила директор Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшина, которая подробнее рассказала о программе MBA, о том, какой нелегкий, но интересный путь прошли дипломанты 28-го выпуска, и поблагодарила преподавателей и партнеров Высшей школы бизнеса КФУ. С недавнего времени мы делаем наборы весной и выпускаем их весной. Как правило, это небольшие группы, вот поэтому сегодня выпускается 25 человек. Из них 15 человек – это руководители сетевой компании. Это компания, с которой мы уже много лет сотрудничаем с 2000 года, со дня запуска программы. В нашей программе MBA сегодня 23, вот уже 24-й год пошел. С ответной речью выступил и один из выпускников программы MBA. Он поздравил однокурсников с успешным завершением программы, выразил благодарность Казанскому федеральному университету за возможность обучения на площадке Высшей школы бизнеса и поблагодарил руководство и сотрудников школы за поддержку, заботу и, конечно же, полученные знания. Самая ключевая мысль, которая вышла со мной вместе с обучением, это о том, что бизнес – это счет. И на самом деле, какая ни была креативная идея, любой там стартап, все что угодно, все необходимо именно просчитывать. И я очень благодарна как раз нашей бизнес-школе, потому что оно донесло мне эту важную мысль. Я выхожу с поиском хорошего финансиста для себя лично и для своих будущих бизнес-идей. Когда поступали учиться, мы думали, наверное, это будет очень трудно, долго. Но пролетело все как одно мгновение. Это было очень интересно, познавательно. Очень много знаний получили. Мы очень рады, что отучились. Торжественный вечер завершился совместной фотосессией и подкидыванием конфедераток. Несмотря на то, что программа MBA завершилась, карьерный путь участников в самом разгаре. За время обучения магистры успели не только получить и укрепить навыки эффективного управления устойчивого бизнеса, но и обрели новые знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в общие успешные проекты. Те компетенции и навыки, которые дипломанты получали в течение 2 лет, это, безусловно, тот багаж, который может изменить жизнь как самих выпускников, так и населения в целом. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости.